Вот я стою возле бывшего кинотеатра Чиканова-Лиханова. Ну, эти замурованные, вижу. Ступеньки замурованные. Сейчас в аренду сдается помещение. Айша называется. Здесь какое-то торговое здесь. Там бильярд есть. А так он потерял свое культурное значение. А это вот бывший ЦУМ. Здесь раньше был этот киоск, мороженым продавали. Сейчас здесь вот небольшая ларек, кафешка. Здесь вот памятник поставили напротив. Здесь был фонтан. Раньше здесь со дня открытия здесь купались. Глубокий был фонтан. Сейчас здесь полностью все подняли, грунт специально для памятника Полюби. Вот такая картина сейчас здесь. Непосредственно возле Чиканова-Лихана. Хоть не заброшено, и то хорошо. Не то, что как кинотеатр «Мир». Вообще забросили его. Вот сам памятник. Вот там он, Шалпан. Кафе. Ну, сейчас оно не кафе. Сейчас какой-то магазин. Вот здесь с этой стороны фрески остались. Барельеф. Барельеф остался. Чиканова-Лиханова. Ну вот так вот здесь все выглядит. И фонтан включили. Включили фонтан, красиво. Жара такая, спасение. Ну вот отсюда также он выглядит. Свежо сразу чувствуется в воздухе. Вот Чиканова-Лиханова. Вот барельеф. Скамейка. Скамеечки здесь вот. Можно отдохнуть. Лестница осталась. Со второго этажа спускаться. И подниматься. Красиво. Пройдем вот здесь с вами. Как былые времена. Правда, здесь другое было. Устройство всего. Тут фонтаны были такие ступенчатые. Сейчас ступеньки изредка вот встречаются по две. А потом уже площадь. На этой площади устанавливают фонтан. Направо мы видим это управление внутренних дел. Так оно и осталось. Розочки здесь вот. Вот
и отдыхает. А вот здесь вот поставлен памятник герою, который грудью закрыл гранату террориста. Это происходило напротив гастронома по улице Газиз Байтасов. Грудью закрыл гранату, она взорвалась вместе с террористом, он взорвался. Это происходило несколько лет тому назад. Ну вот в честь его памятник здесь вот поставили. Ну как хорошо, вот сюда обнырнуть бы. Пытался. Красиво. И вот таким образом мы прошли до улицы Советской. Здесь вот эти этажки, также Народный банк. Вот так вот все выглядит. Красивые здесь вазочки, клумбочки. Ну, на этом видеообзор этот кончаю.